Здравствуйте, здравствуйте, добрые. Мы снова с вами на прохождении Ледяного Страха. С вами Торпедыч. Мы отправляемся в радиорубку найти, чтобы помехи магнитного поля устранить и вернуться дальше вертолетную площадку. Это мы, кстати, уже посетили. Как я понимаю, тот вертолет, который там стоял, это уже, наверное, финал. Ага, давай, давай. О, ух ты, блядь. Ну-ка. Ты же у нас тупой, да? Идите нахрен, короче. Все, я понял. Так, вот он, блок бурения. Ага, сука. Ладно. Блять. Да заряжай ты быстрее уже, блядь. Дерьма ты, сука. Иди сюда. Так вот. Скоро, я думаю, уже будет, наверное, финал. По крайней мере, я хочу в это верить. Так, смотри, так, здесь был. Так, вот эта дверь, ну-ка, подожди. Вот в этой двери, по-моему, я тоже был. Да, в этой двери я тоже был, ребят. Так вот. Исходя из предыдущих событий, мы убили Онищенко, мы добыли его глаз бога, так сказать, да, который нам открывает определенные двери, наверное, одну единственную дверь, которую нам надо будет найти. Плюс, конечно, мы пока что потеряли девушку Анну. Это, так сказать, дочь, да, этого профессора, который все это придумал. Плюс также мы с вами нашли некоторых представителей нового вида монстров. Теперь мы с вами отправляемся дальше. Так, пост охраны. Давайте его заглянем, посмотрим. Автоматическая система защиты. Ясно. Обнаружены посторонние. Начинаю процедуру эвакуации. Кто посторонний? Я посторонний или кто? Это не учение. Это не учение. А, сука, нет у меня разрывных патронов. На, сука. Смотри, тварь, он еще стреляет, блять, а? Че, нету носителя, да? Зона свободна. Отлично. Это что такое? А, это же огнемет. Красавелла, ёпта. Так, вот она, эта комната Онищенко. Который нам нужен был бы. Так, подожди, по-моему, я еще в одной комнате был, где лежала МП-5. Я хотел бы вернуться бы и забрать его, потому что без МП-5 как-то скучновато. Так, вот эта комната, да. Ладно, забей. Пофигу. Найдем другой автомат. Ну что? Или же подожди. Так, вот
Так, вот так, вот так. Я шел. Подожди, вот эту комнату я, по-моему, открывал, да? Да, здесь я был. Это вертолетная площадка. Это финал, который еще будет, наверное, не скоро, но я думаю, что уже, в принципе, игра уже скоро будет пройдена. Давайте идем на пост охраны. О, смотри, что нашли мы. Еда, моя любимая аптечка. Ну ладно, мистер Онищенко, ваш выход. Только для ваших глаз. Да, только ваши глаза нам помогут пройти. Ваша сетчатка сканера даст нам... Это еще при условии, что он его... Глаз открыт, да? Да что такое, господи, да, блядь, где у тебя патроны тут все, блядь, а? Просто нет патронов, вообще дефицит прям. Так, и что это у нас тут? Генераторная, что ли, какая-то? Или что? Что это такое? Что я тут забыл-то? А! Регенератор, подожди. По-моему, их надо уничтожить, да? Слышишь? Слышу. Доложи ситуацию. Я в порядке, но Анна пропала. Жаль девочку, но у нас есть заботы поважнее. Мне нужны записи Камского. Думаю, они у него в лэптопе. Найди его и скачай файлы. Если они будут у нас, то такое никогда не повторится. А как же Анна? Выходим нахрен отсюда. Ну хорошо. Топку вообще, что тут делать? Вот она, Анна. Всплыла. Как она, интересно, всплыла? Как она еще не утонула? А вот это, кстати, кто не в курсе, это именно тот, кто начал данные эксперименты. Но забегая вперед, ребята, скажу вам, что это ее родной отец. Именно он сделал все эти эксперименты, проводя над людьми, животными, другими организмами. Когда-нибудь ты поймешь, я обещаю. Да, такой нам взять не нужен, как говорится. Сейчас мы будем, ребята, сами скоро наблюдать одну сцену инфицирования Анны. Анна! Нет! Девчонка инфицирована теперь. И, кстати, мы тоже были инфицированы. Теперь-то мы свободны. Мне. Слушаю. Ты нашел записи? К черту записи! Эти твари заразили Анну! Не делай глупости, Хансен! Ты уже не можешь ей помочь! Я могу спасти ее, существует антидот! Антидот? Ну хорошо. Если думаешь, что у тебя получится, попробуй. Записи пока подождут. Я попробую. Что это, блин? Ёб твою мать. Включена автоматическая система защиты. Зона свободна. Двери открыты. Мне бы вот... Это электронный ключ. Ключ от лифта. От какого лифта, я даже не знаю. Так. Куда мне надо идти? Антидот должен быть в научном модуле. А где этот научный модуль? Thank you.
кто-то сопит, прям слышно, прям кто-то сопит из монстров. Итого. Так, давайте возвращаться обратно. Надо смотреть все комнаты, где... Так, с этой комнаты я пришел, насколько я помню. Давайте думать, куда мне надо идти. Это вертолетка, да? Ну хорошо. Где же найти этот научный модуль, да, чтобы там найти антидот и нашу девчонку спасти? Хотя она не моя, но мы же впряглись, значит, надо помогать. Горит уже нахрен, уродка. Где-то же я находил МП-5, да? Я прям помню. А сейчас как-то не могу найти его, да? В этой двери точно не был. Это стопудово. Хотя нет. Был я в этой двери, че я гоню-то? Это нам не сюда, значит. Хотя все может и поменяться. Я же не знаю, куда мне надо идти. Давай-ка думать вместе, куда нам надо. Если этот лифт, то нет, здесь-то мы были. Здесь ничего интересного нет. А, сука. Неужели надо обратно идти? Ну да. Но обратно я не могу понять, куда идти. А, вот здесь МП-5, да. Блин, где этот научный модуль, а? Пошли искать этот научный модуль. Я не знаю, где его найти пока. У меня нет никаких соображений, где его искать, научный модуль этот.
честно вот. Верхний коридор. Дайте хоть двери-то иду, хоть писали бы, что ли, блин. Ну отсюда мы вообще начинали свой путь. Патронов. Эта чертова дверь застряла. Вот эта дверь не открывается. Вот эту дверь надо как-то попасть. А как в нее попасть? Ладно. Здесь тоже ничего нет. Здесь просто тупо кабинет. Где этот научный модуль? Я хер его знает искать. Ай. Сука, а придумают же, блин. Ну-ка. Отсюда мы вообще начинали свой путь. Подожди. А не нужно ли мне обратно вернуться? Где лифт этот был? Там же был, по-моему, блок научного управления. Как. Скорее всего, надо в другое отделение идти вообще. А не здесь вот шариться, как я сейчас это делаю. Добавил, да, ну все понятно, да? Вера оружие, сука, жесть. Медпункт. А зачем нам нужно? Да, в оружейку зайдем. Сюда нам надо идти. Так, ребята, давайте сохранимся. И на этом завершим нашу очередную часть прохождения. Всем спасибо, ребята. С вас лайк, коммент, подписка. Всем удачи, берегите себя.